Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы ведем передачу с радиоцентра Сан-Гейтс. Как всегда, в это время мы будем общаться с Анной Ласточкиной, которая с нами работает из Таиланда. Ну вот у Ани сейчас уже вечер, ночь, а у нас вот утро, поэтому доброго времени суток всех, кто нам слушает нас. И здравствуйте еще раз, Анна. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, и сегодня речь пойдет у нас об астрологии, о здоровье женщины, о связи Луны со здоровьем женщины. И вот такая примерно тема. Вот. Ну и поэтому, так как все-таки у нас сегодня 21 число. У вас тоже 21? Да, у нас сначала вечер. У вас вечер, да. Вот, и у нас день солнечного, летнего солнцестояния, да, самый длинный день сегодня, а вчера была полная луна. И вот у меня вообще в связи с этим возник такой вопрос. Везде вот пишут, что луна, которая была вчера, полная луна, она должна была быть цвета клубники. Вот я вышла на улицу... Да, то, что у нас везде писали Strawberry Moon. Вот я вышла на улицу и посмотрела на нее, и, в общем, довольно долго смотрела, и так хорошо вообще вчера был такой приятный вечер у нас. Вот, и она не была ни розовая, ни малиновая, никакая, ни такая. Вот цвет был самый обыкновенный, такой, как обычно у Луны. Это люди придумали, это действительно так оно и есть? Или вот что-то... Вот откройте, пожалуйста, мне вот карты, что здесь, как? Хорошо, но на самом деле для меня это тоже удивительно, что Луна это называется Strawberry Moon. Это именно ваша американская такая есть... Фишка. Да, фишка американская. Я специально посмотрела, что это означает. Это связано с традициями, что это июньское полнолуние Strawberry Moon. И именно после этого полнолуния или на это полнолуние начинает вызревать клубника. Ну, так, по крайней мере, я прочитала. Вот так вот, а? Да, что это связано с индейскими поверьями, вот, что-то такое. Ну, возможно, это также связано и с общей культурой, потому что действительно июнь — это время клубники, как мы помним. Да. Еще в Таиланде мы это не забыли, что июнь связан с клубникой. И, конечно, это не относится к цвету, потому что цвет Луны был вчера и сегодня вполне нормальный. Адекватный, да? Да, адекватный. Бывает такое действительно явление, когда Луна красноватая, но это связано с другими эффектами оптическими, не те, которые у нас произошли. Сегодня ничего не произошло. Сегодня и вчера было на самом деле очень удивительное явление, которое бывает только один раз в 70 лет. Это когда именно на солнцестояние, на день, самый длинный день в году, у нас полнолуние. И поэтому энергетически сейчас пространство так устроено, что у нас есть возможность наблюдать одновременно два астрономических явления. И я сейчас попробую объяснить, с чем это связано с точки зрения астрологии. Не просто, что это визуально красивый такой эффект, действительно, что полностью лучи Солнца отражаются от Луны на данный момент, но еще интересно это тем, это редкое явление, тем интересно, что Солнце у нас представляет собой в гороскопе душу. Это естественный показатель души, естественный показатель нашего «я», духа, то, на чем мы вообще зиждемся, нашей родовой принадлежности. А Луна — это ум. Луна — это принцип отражения. Как у нас наше «я» преломляется вот здесь в материальной жизни, в повседневных обстоятельствах, и это выражается в том, какой у нас характер, как мы думаем, о чем мы думаем, какие мысли у нас возникают в голове. Извини, пожалуйста, это относится только к ведической астрологии, что Солнце является душой, или в западной астрологии то же самое? Это такое единое мнение. Солнце — это центральная планета. Это душа. Да, это душа.
И мы сюда приходим через солнечный принцип, то есть мы рождаемся от Солнца. Солнце – это наш общий отец, Солнце – это государство, отец и все, что представляет наше «я». И это наш род. А Луна – это материнский принцип, и это то же самое, что и Солнце, только через отражение нам эта же энергия дается. То есть это та же солнечная энергия, только отраженная от Луны, она охлажденная. И жизнь существует на планете благодаря Луне, потому что Луна охлаждает ядерные реакции Солнца, и благодаря этому существует материальный мир, наше материальное воплощение. И Луна связана с материнским женским принципом. И вот чем особенно это время? Тем, что сейчас Луна в полной мере отражает свет Солнца. И причем Солнце стоит в самой высокой точке, когда оно всю Землю освещает. То есть самый длинный день в году, и при этом отражение идет полное, неискаженное. Потому что люди, когда рождаются с Луной, которую практически не видно, то есть это маленький кусочек только мы видим, это называется Луна, как, ну, Луна в каком-то определенном своем состоянии, когда она либо только начала расти, либо уже настолько, уже последний лунный день заканчивается, что мы практически не видим Луны, и наступает новолуние. Так вот, новолуние — это темное время ночное такое, когда мы не видим свет Солнца. Угу. И считается, что полнолуние дает нам возможность соединиться со своей душой, со светом своей души. И, конечно, это время может быть нестабильное, потому что бывает, что свет нашей души, то, что мы действительно должны в этой жизни делать, расходится с тем, что мы делаем. И поэтому считается, что полнолуние — такое время ментальной нестабильности. На самом деле это время обращения внутрь себя, вот к этому солнечному лучу, который у нас есть в каждом. Mm-hmm. Вот. И сегодня именно такое время. Сегодня, вчера было тоже. То есть время, когда мы можем осмыслить желание своей души, нашу внутреннюю суть. Вот. Рекомендуется, наверное, больше быть в медитации, да? Вот какие-то такие моменты, когда можно обратиться вовнутрь себя и посмотреть, что там происходит. Это также, конечно, связано с положением Луны. Луна стоит стоит в знаке Стрельца. И вчера она была, когда была полнолуние, в Накшатре Мула. Опять мы возвращаемся, каждый наш эфир к Накшатре Мула, так уж у нас получается. И вот это полнолуние в Муле. То есть здесь у нас такая возможность была, ну, есть до сих пор, посмотреть внутрь себя, найти свой корень, на чем вообще зиждется наше существование, и взглянуть за пределы материи, то есть отставить в сторону все материальное и увидеть, ну, какие наши истинные желания, какие духовные желания. Да, это было идеальное время, и сейчас идеальное время еще связано с тем, что мы можем почитать своих предков, почитать свой род, потому что у нас открыта вот сейчас такая открытая энергия, которая возвращает нас к нашей сути и к нашему роду через вот этот солнечный луч, отраженный во всей своей полноте от Луны. И это хорошее время для того, чтобы вспомнить родителей и прародителей. Вот интересно, я как раз сегодня почему-то вспоминала свою бабушку. Я очень ее любила. Вот не знаю, просто пришли ко мне мысли эти, вот, наверное, не случайно, потому что, и, в общем, как-то так приятно стало, тепло на душе. Да. Я тоже этим сегодня занималась астрологически. Я сейчас читаю курс по роду, то есть как у нас устроен род, как происходит перевоплощение в роду. И я вот сегодня занималась весь день тем, что я смотрела карты своих родственников, родителей, прародителей, прабабушек, вот все составляла и смотрела, кто в кого мог переродиться. То есть такая была тяжелая, да, такая увлекательная работа. Я анализировала эти карты тоже весь день. Еще я должна сказать, давайте переключимся на наш лунный женский. Да, действительно, так как все-таки наша основная тема — это тема женщин, то да. Вот я вообще хотела спросить, как связаны, они действительно связаны, гормональные фазы
женщин с фазами Луны, да, если можно немножко. Да, конечно, женщина живет по лунному циклу. В полнолуние у нее как раз созревает яйцеклетка плюс-минус 4 дня, а на новолуние она выходит. И получается, что мы наполнены на полнолуние, мы готовы принять в это время перевоплощающуюся душу, которая через солнечный принцип нам приходит. И этот солнечный принцип отражен от Луны, от луча Луны. И вот как раз вот полностью, без искажений, этот луч отражен в полнолуние. И у женщины, которая живет в гармонии с этими циклами, в это время должна происходить овуляция. И когда уже все идет на убыль, Луна идет на убыль, и в новолуние происходит процесс очищения. То есть Луны мы не видим на небе, и в это время происходит менструация. Вот это такая природная сонастройка. Но на самом деле... Это в идеальном мире, да? Да. Если да. Все, да. У женщины есть свой внутренний цикл, он тоже управляется Луной. То есть это как Луна действует внутри нее. Все фазы она также проживает. Фазы, связанные с появлением, развитием, вызреванием яйцеклетки. У нее, когда у нее 14-й лунный день, что соответствует полнолунию на небесах, ну, у нее может оно не соответствовать. Тогда у нее подъем, тогда у женщины подъем, чувство наполненности, она притягательна. Вот не зря же говорят, что полная луна дает романтическое настроение. А это именно предназначено для того, чтобы мы контактировали с противоположным полом в этом романтическом состоянии. Под полной луной, как правило, мы встречаем своих возлюбленных ночью. Вот это как раз то время, когда женщина готова зачать и когда душа готова перевоплотиться. Если мы совсем в астрологические такие подробности проникнем, да. Да, ну вот у нас что-то явно да, с интернетом. Связанные с тем, как устроен духовный мир, то есть наш физический, материальный и близкий, как есть, да. Да, у вас интернет. Ну, сейчас меня слышно, да? Сейчас слышно, слышно, да. Слышно. Да. Вот, рядом с нами находится план, рядом с нашим физическим планом, недалеко от нас, есть разные планы от более грубого к более тонкому. Так вот, рядом с нами находится обиталище наших предков, прародителей. Называется на санскрите Питрилока. И там время течет немножко по-другому, и оно связано с этим лунным циклом. И когда у нас полнолуние, там, на этом плане, день, и души бодрствуют. И как раз в полнолуние души готовы возвращаться сюда, на Землю, потому что они бодрствуют, да, и готовы перевоплощаться, и как раз полнолуние — это лучшее время для зачатия. Ну, полнолуние, я имею в виду плюс-минус 4 дня, когда Луна полная, когда у нас романтическое настроение, и когда у женщины созревшая яйцеклетка. Вот, дорогие тогда друзья, это... да, те, кто нас слушает, вот обратите внимание, это очень важно, особенно для тех, кто готов иметь ребенка, как у нас говорят в Америке, начать семью. Почему-то они считают, что начало семьи это тогда, когда вот происходит зачатие ребенка, а до этого, когда живут муж с женой, это как бы еще не семья. Это меня каждый раз очень поражает. Но вот на самом деле вот сейчас те дни, когда благоприятно, да? Еще осталось 4 дня, еще есть время для тех, кто действительно. И как это как-то влияет на ребенка, какой получится ребенок, если он зачат в полнолуние? Конечно, зачатие оно влияет на ребенка, да. Больше влияет умонастроение. Какое бы умонастроение, в каком умонастроении происходит зачатие. Что душа, она притягивается к семени своего отца. Тут отец, конечно, самая важная персона получается, потому что это солнечный принцип. И, в принципе, никакая душа не родится просто так. Родится только та душа придет к вам, которая достойна и которая притянулась духом вашего партнера, если вы женщина, да? То есть партнер притягивает через свой дух, и вот этот отцовский принцип, он через вас отражается, через женщину отражается. Мужчина не просто так женщину притягивает. И
И если происходит все в гармонии, ну, то есть все сошлось в одной точке, у нас есть яйцеклетка, которая созрела, есть мужчина, который в определенном умонастроении, есть душа, которая очень желает воплотить. Да, что-то у нас... То все эти три компонента дают зачатие и рождение новой души, да, которую нужно еще выносить 9 месяцев, и появляется ребенок. Да, сегодня, кстати, вот давайте поговорим о том, как влияет Луна вот на такие вещи бытовые, которые у нас сейчас случаются. Ага. Дело в том, что каждому человеку можно составить его собственный лунный календарь, потому что... Когда мы просто ориентируемся по календарю лунному, это вот мы сейчас обсудили обстановку, которая для всех. У нас полнолуние, у нас Луна в Стрельце, у нас Луна недавно была в Накшатре Мула, но теперь перешла в Курвашатху, и теперь очень хорошее время начинать все связанное с концепцией красоты, с концепцией здоровья. Это новые идеи, идеи возрождения. То есть после того, как Луна прошла через Мулу, произошло такое очищение, отказ от материи, трансформация, и через Пурвашатху мы получаем новую энергию для жизни. Вот мы сейчас в этом дне, когда у нас вот идет такой подъем. И что я хотела сказать про то, что это общая ситуация, но на каждого человека Луна действует по-особому, в соответствии с его собственными ритмами. У каждого человека свой внутренний ритм. Мы должны посмотреть гороскоп и сказать, по какой сфере жизни сейчас идет Луна. То есть, а на какой сфере жизни это отражается, например, у вас или у меня. То есть, и если мы это вычислим, то есть это достаточно легко сделать, любой астролог может легко посмотреть, по какому дому, по какой сфере жизни у вас идет сейчас транзит Луны. А у вас? Да. Если вы восходящий лев, у вас идет транзит Луны по пятому дому, и это хорошее время, чтобы начинать или реализовывать образовательные проекты какие-то, да? Mm-hmm. И поэтому вы этим занимаетесь. Но одновременно надо еще посмотреть, где находится Луна от натальной Луны. Вы тоже родились какой-то Луной? И в каком вы сейчас умонастроении находитесь? И если у вас Луна в Тельце, то сейчас у вас Луна идет по дому восьмому. Это неожиданные события, трансформации и все, что выбивает вас из колеи. Поэтому вы сейчас в таком состоянии находитесь на уровне внешних условий, вы ведете образовательную передачу, но ум у вас нестабилен, потому что что-то происходит внезапно, постоянно, то связь прерывается. То есть всегда, когда идет транзит Луны по восьмому дому, то это что-то неожиданное, что-то такое, чего... То есть это я влияю, это мое состояние влияет на интернет сейчас, да? На то, что оно выбивается или наоборот? Все на самом деле взаимосвязано. Я тоже тут причастна к этому, потому что у меня лагна телец, у меня Луна идет тоже по восьмому дому, и мы не зря собрались. Ага. Да, не зря притянулись, потому что этот транзит у нас у обеих вызывает трансформацию, какую-то нестабильность сознания. И нужно знать такие периоды, наверное, каждой женщине и каждому мужчину, когда Луна идет по неблагоприятным домам. То есть, в принципе, тому, да, что... можно к вам обратиться, и вы можете посмотреть в каждый какой-то период жизни, когда человек чувствует что-то не так, или, может быть, даже и не чувствует, но хочет знать, когда наиболее благоприятные моменты для того, чтобы работать с теми или иными проектами и начинать что-то новое. Да. То есть на карте это все видно. Видно, да, конечно. Это гороскоп на месяц. То есть это можно просто посмотреть транзиты Луны. Луна стоит пару дней в одном знаке. И получается, что вот эту пару дней у тех, у кого Луна по восьмому дому идет, у них нестабильность какая-то в жизни может быть, какие-то неожиданные события. Ну, также это может быть увлечение чем-то тайным. Мы должны знать значение дома. Увлечение чем-то тайным или проект, связанный с астрологией. То есть можно выбирать более возвышенные значения этого дома, ну и
и этим заниматься. Вот очень часто бывает, что люди обращаются с проблемами, у них кризис, когда Луна идет по шестому дому. Когда у женщин особенно Луна идет по шестому дому, она чувствует себя жертвой, и ей хочется плакать. И каждый должен знать, это всего лишь два дня в месяц. Я бы сейчас хотела обратиться к мужчинам, которые нас слушают, вообще, чтобы они были как бы более внимательны, да, потому что, ну, есть такие моменты, что действительно женщине надо выплакаться. Очень часто мужчины просто боятся женских слез, и они не знают, что с этим делать, правда? Ну, если вот немножко задуматься, то, в принципе, если быть чуть-чуть более там внимательным или... ну, как бы относиться с вниманием к женщине, то все это можно перетерпеть и идти дальше. То есть, ну, как бы стараться, ну, что ли, не ругаться, не вызывать ее на какие-то еще более сильно эмоциональные разговоры и просто подождать, если это возможно, конечно. Терпение, я думаю, надо набираться. У мужчин это тоже идет свой транзит Луны. Да. У него это тоже может быть. Ну, я считаю, да, просто, и... что женщины, они обычно более внимательные, mm-hmm. более чувствительные, как бы. Ну, хотя нельзя, конечно, обобщать, но, в принципе, мы больше ощущаем это все. Да, конечно. На женщину транзит Луны, вот этот постоянный вот этот цикл действует гораздо больше. И вот я говорила про Луну, которая может идти по шестому дому. То есть для вас, например, это будет уже скоро, когда Луна завтра, да, то есть это будет завтра, послезавтра, когда Луна перейдет в ваш шестой дом. А это хорошее время для того, чтобы заняться каким-то служением. То есть если человек в это время заботится о своем здоровье, если мы уже говорим о женском здоровье, да. то идеальное время позаботиться о своем здоровье, почистить кишечник или еще что-нибудь, когда Луна идет по шестому дому. Mm-hmm. И сделать уборку, то есть понимать, что в этот день, в эти дни, они предназначены для того, чтобы отдавать свою энергию. И, то есть чистка должна быть, часто... да, любая чистка, да. она благоприятна. Ну, все, у меня теперь зародился да. план, будем чистить. Да, и ум все время будет реагировать на такие ситуации, как будто кто-то на нас нападает, если мы не в очень-то благостном состоянии находимся, у нас будет такое чувство, когда Луна по шестому идет, что мы жертва, а на нас навесили кучу каких-то ненужных вещей нам, то есть у нас задание. У нас что-то может заболеть. Это как раз время для того, чтобы почувствовать себя в служении, в служении в том числе собственному телу. Обратить внимание на свое тело. Да, вот у нас бывает раз всего лишь два дня в месяц такой день. То есть это да. связано только с персональным каким-то движениями, ну, по карте, вот когда Луна проходит по шестому дому. А есть какие-то общие рекомендации для женщин? Вот какие периоды фазы Луны лучше что-то делать, допустим? Или какие-то да. косметологические там процедуры, или стрижки, или вот что-то такое, да, какое-то конечно. Общее, да? Да, конечно, есть общие вещи, которые должны соблюдаться. Это прежде всего растущая либо убывающая Луна. Мы должны следить за этими двумя состояниями Луны. И если Луна растущая, значит, в пространстве такое состояние, что все наполняется соками. То есть травы наполняются соками, наш организм наполняется соками. То есть это время, когда можно принимать БАДы. То есть можно принимать какие-то полезные добавки, вещи, да? добавки, да, биологически активные добавки, какие-нибудь витамины, наполнять себя вкусными, полезными продуктами. Это время, когда организм готов принять, и в это время лучше себя кормить чем-то полезным. А время, когда Луна убывает, это время очищения, когда все идет на убыль. И тут, конечно, хорошо проводить. Чистки, проводить какие-то детоксы, как они называются, да, чистки кишечника. Вот. И в это время гораздо больше эффект. То есть похудение
случается именно на убывающую Луну, а не на растущую. И вот это такое, такие два основных момента. А если это еще совпадает, да, с персональным, вот, с персональной картой, то это вообще двойной успех, да? На самом деле, что мы делаем через карту? Мы ищем эффект синергии. То есть мы ищем, когда моменты. Не только, да, не только два, не только три, когда несколько, пять, шесть моментов совпадают, тогда мы можем выбрать время для очень эффективного действия, эффективного приложения усилий. Мы можем найти эту точку, когда у нас пойдет все очень здорово. И, кстати, это используется во врачевании. Я вот вспомнила тут перед передачей фразу Гиппократа, которому все присягают. Так Гиппократ говорил, что ни один врач, который не может определить астрологическое время течения болезни, не может называться врачом. То есть врач — это астролог прежде всего. Так говорит Гиппократ. Да, да, к большому сожалению, да, к большому нашему сожалению, вот мы как раз были в Индии у такого астролога и доктора аюрведического. И вот он прежде, он говорил, что прежде чем лечить, вообще назначать какие-то процедуры, так же ту же панчакарму или какие-то виды панчакармы, он сначала делает гороскоп, делает полную карту и тогда уже делает свои назначения. Это удивительный синтез, да. Ну что ж, надо обращаться к врачам вот таким именно, искать таких аюрведических врачей и с ними работать. Да, потому что мы даже не поняли, откуда болезнь. То есть болезнь надо найти источник сначала, определить. А это можно определить по гороскопу, конечно же. Мы цельное существо, которое связано не только что-то у нас заболело, какой-то орган, это же связано со всей философией нашей жизни. Да. И нужно посмотреть, где у нас, в каком месте у нас, скажем, такая прореха, да, какой образ мысли привел нас к этой болезни. Это видно в гороскопе. Потом нужно по гороскопу определить конституцию, потому что не всякие средства подходят нам. Всем, да, да. То есть, да. То же самое голодание или диета разгрузочная на соках. Да, чисто на одних, допустим, яблоках, она не подойдет для типа ваты, то есть она не подойдет для человека, у которого очень много ветра, то есть очень много воздуха, и это вызовет только, наоборот, какое-то перенапряжение психического организма. И даже если он выдержит эту диету, потом будет большой откат, потому что это будет перенапряжение психики. Вот. А потом еще важный момент определить, а насколько долго будет болезнь протекать. И для этого есть такая методика. Если вдруг болезнь возникла на накшатру рождения, вот, допустим, если ваше накшатра рождения рахини, то если болезнь возникает на рахини, считается, что ее очень сложно вылечить. То есть на вашу, это называется джанма накшатра, и считается, что здесь нужно все методы применять, какие только можно, понимать, зачем дана эта болезнь, и она будет протекать долго, она будет вести вас к трансформации вашей личности, то есть вообще мироощущения. Если же болезнь возникла на определенную накшатру, тоже надо посмотреть в вашем гороскопе, то, может быть, ее даже и лечить не надо, она сама пройдет, и это временно. То есть это все можно видеть, насколько серьезно. Потом по планетным периодам мы можем смотреть, если идет какая-то затяжная болезнь, а мы видим, что планетный период меняется на более такой благоприятный, то, конечно, мы прогнозируем то, что скоро человек выздоровеет. Еще один момент можно сказать про ту же Луну, о которой мы говорим, что если мы вдруг у нас случился какой-то инцидент или авария, или ну, то есть мы заболели, что-то резко случилось с нашим здоровьем. И там же идут опять эти лунные ритмы. И если мы отсчитаем 14 дней от этого происшествия, когда мы заболели, то вот этот 14-й день, он будет самым критичным. То есть это будет вот это наше внутреннее новолуние болезни, когда будет кризис. И именно в это время нужно уделить наибольшее внимание человеку, потому что он будет проходить самую кризисную точку своей болезни на 14-й день после ее возникновения.
То есть там много нюансов, которые нужно учитывать. Действительно, там много тонкостей, потому что бывает, что мы ощущаем какие-то симптомы болезни, начинаем ощущать, но мы не обращаем на них внимания, и вот мы с этим живем, а потом уже, когда это все становится очень сильно и уже невозможно дальше, чувствуешь, что надо уже или обращаться к врачу, или обратить внимание на эти конкретные симптомы. Вот, то есть получается, где же оно начало болезни, тогда, когда оно только появляется, или уже когда оно прогрессирует? То есть тут в каждом случае очень индивидуально, наверное, надо подходить. Но в гороскопе видны болезни до их зарождения. Ага. То есть видно то место, где тонко, где может быть какое-то нарушение, дисбаланс. И на самом деле, даже если аюрведический врач делает диагностику по пульсу, то он пишет возможные варианты болезни, которые еще не проявлены, но по пульсу они уже проявлены. То есть вот. Да, я так понимаю. Да, то есть это зарождение болезни, оно гораздо раньше происходит, чем мы чувствуем какие-то симптомы, да. Да. То есть чисто в энергетическом поле где-то уже возникает что-то. Вот мы как раз, я об этом и говорю, когда мы используем, у нас есть кристаллическая установка от Jan of God, то есть блоки возникают в энергетическом теле, которые являются впоследствии вот причины тех заболеваний, которые мы ощущаем на физическом теле. Но это уже пятая или шестая стадия по аюрведе, да, когда мы чувствуем что-то, какие-то симптомы, боли и так далее. И, конечно, если мы постоянно чистим вот свою энергетику, это тоже очень хорошо работает для того, чтобы эти симптомы не проявились и болезнь ушла. Но это надо делать регулярно и постоянно. Есть какие-то рекомендации вот для того, чтобы предотвратить болезни? Что мы можем делать? Или видно ли это наши настроения? На самом деле болезни, они спровоцированы образом мышления. Все, как говорят, все болезни от головы. И это кто-то правда. В это не верит, кто-то да. Но на самом деле то, как мы мыслим, как мы думаем, так все отражается в нашем теле. И есть определенные склонности у людей, то есть мы можем посмотреть на карту и сказать, вот здесь пита конституция и много гнева, который сложно выразить. Mm-hmm. И можно дать по астрологической карте рекомендации, что гнев надо выражать. Бывает, человека вообще заводит не в те дебри, даже вот если он в русле ведического знания движется. Когда у нас говорится о том, что женщина должна быть смиренна, что ей нужно контролировать речь, что все нужно контролировать и контролировать, а эта женщина пита конституции с очень таким ярким темпераментом, и у которой как раз-таки Марс, ну, допустим, он отвечает за что-то, за тело ее, и влияет как-то на ее состояние тела, находится, например, в доме внутреннего, как бы, внутреннего мира, в доме родительской семьи, в доме горла, речи, рта, и потом оказывается, что у женщины проблемы с щитовидной железой, у женщины проблемы с горлом, и просто тот гнев, который она не может из себя извлечь, да. Он у нее, да, выпустить, он оседает у нее на уровне определенной чакры, возникает блокада, и вот женщина почему-то начинает болеть. Поэтому я говорю, мне потом говорят, что, ну, наверное, ей нужно контролировать свою речь, а я говорю при этом, ей вообще ничего не нужно контролировать, ей нужно петь, говорить то, что она хочет, то, что она думает и чувствует. И это, наверное, будет самое главное, что можно сделать для здоровья. То есть вот, не копить энергию в области вишудха-чакры, вот это горловой чакры, если там находится Марс, особенно если там Марс как-то еще с Сатурном, вдруг кто-то еще давит на этот Марс, какая-то энергия. И поэтому посмотрим персональный гороскоп и уже делаем какие-то рекомендации, как можно себя вести и думать, где блоки у человека. Совершенно потрясающе, спасибо огромное. Я вообще-то эту рекомендацию поняла. Я где-то еще читала такой момент, что вот как бы начало нового цикла для женщины является сентябрь. Это
относится к ведической астрологии, или что-то в этом есть, или это просто информация немножко запутанная? То есть начало нового цикла года, вот, допустим, для нас является как бы Новый год, или там по китайскому календарю Новый год начинается где-то там в феврале или, допустим, в марте. Связано ли что-то с сентябрем, или это... Надо подумать. Нет, ну хорошо. Так, насчет сентября. Дело в том, что у нас все время что-то начинается, какой-нибудь новый. Да, ясно. Ну, в общем, я понимаю так, что мы застряли. И то, что у нас есть такой общепринятый календарь, он тоже основан на каком-то определенном цикле, то же самое Рождество, Новый год, оно, да, оно привязано. Я так понимаю. Да, я так думаю, что нам надо, наверное, заканчивать, потому что все как-то, да, кто-то застревает, кто-то где-то. Мы, я думаю, продолжим в следующий раз, следующий вторник. Мы будем говорить больше, наверное, о питании и о женском здоровье. Опять же, мы все направляем, мы сейчас пытаемся все направить на нас, на любимых, потому что мы чувствуем, правда, что наше здоровье вообще это очень важно. И если мы будем здоровы, то все, кто с нами рядом, они тоже будут тянуться. Вот. И, ну, всего доброго всем. Спасибо большое, Анна. И до новых встреч в следующий вторник в то же время в 8:30 по Чикаго. Спасибо еще раз. Да, спасибо вам большое за внимание. Да, несмотря на то, что у нас сегодня такие технические неполадки, я думаю, что-то все-таки останется. Обязательно, да. Да, спасибо огромное, очень интересная информация. Я думаю, что это следует, есть смысл исследовать дальше. Спасибо, всего доброго. Хорошо, до новых встреч. И спокойной ночи вам.